И сегодня мы будем смотреть, как я и обещал, на фламинго! У-у! Ай, мамочка! Хорошо, начинаем! Ребята, всем привет! Сегодня прекрасный день! Надеюсь, будет весь день солнышко, и мы сейчас с мамой на пробежку, ребят, как я обещал, мы пойдем сегодня на фламинго. Вот вчера была плохая погода, сегодня точно будет. Ну что, начинаем, ребят. Если вы тут пойдете на пробежку, то вы еще можете глянуть, как будут садится самолет. Бермудскому треугольнику. Гляньте вниз туда. Как хорошо. Кто хочет упасть туда? Крутой вид оттуда, гляньте. Пойдем в печку. Там кто-нибудь есть? Там Стоунс. Фу-ты! Кстати, что не знаю, то моей бабушке сегодня день. Вот, как вот такие цветочки мы купили, вот. Для нее с ленточкой и мантикой. Вот, сейчас мы уже возвращаемся. Вот. Давайте. Так, ну и мы пойдем потихоньку. А сейчас, что я хочу вот сказать вам, давайте поговорим о этой стране. Да. Ребят, эти серии, для вас интересны, когда я туда долетаю, а не дома. Вот, чтобы я больше летал и там делал, катался в парках, везде, все. Чтоб я это делал, вы узнавали, летели туда. Я могу это делать, летать в разные. И еще скажите, ребят, у меня для вас два вопросика. У кого какой любимый цвет? Пишите в комментариях. Мне интересно. И у кого какие имя? Просто мое все знают имя, а я ваше не знаю. Так что пишите в комментариях, кто из них ваше имя. И я буду знать. У меня еще один вопрос пришел в голову. Кто когда подрастет, кем хочет быть? Вот потому что я... Вот давайте буду писать. Вот я отвечу в комментариях, с кем я буду. А сейчас я не буду говорить, с кем я буду. Ребят, напишите в комментариях, какие вот это, эти облака, ну какие вам походы? На зверей, на кого-нибудь. Вот мне, допустим, новым топом.
Какого-то осьминога. Допустим, Платона какого-то медуза. Платона такую рыбу молот. Похоже. Так. Ребят, всем привет! Я вам скажу сейчас такой видео. Это такая редкость, смотрите, в этом сезоне его так много. Вот, гляньте, капец много. Вот, он за 5 минут, за секунду вот что сделал. Ребят, со временем я уже забыла. А, я так 500 раз. Где-то сейчас скажу, сколько я еще раз пробегала. Где-то 30 раз. Наматывал так кругом. А, думаю, только сейчас. Шорты не пойду носить, а потом... Я сейчас на пальцах прям стою. Шорты уже половину намочил. И я не хочу дальше мочить. Ребят. Кто хочет попробовать эту водичку, у меня вино. Это я один так делаю. Мы говорим.
сегодня мы будем смотреть, как я и обещал, на фламинго! Вон, видите их стая? И розовые, и белые. Смотрите, мы можем туда пройти к ним, но я не уверен. Ладно, ну что, ребят, погнали потихоньку, давайте. Так, ребят, идемте к вертолету потихоньку. Ну мы ж, ребят, кто не понимает, мы идем смотреть на фламинго, а не на вертолет. Идемте. Валим, валим! На! Я газонокосилка. На. Газонокосилка. Чик. Срезаю. Ребят, вот. Вот. Это самая ближайшая точка, как ним глянуть. Но мы-то можем глянуть, может, вот так пройти туда как-то поближе к ним. Ботинки все в грязи так будут. Фу. Кстати, ребят, а кто хочет поймать себе лебедя и, ну, домой? И, ну, как считать его питомцем? Ну, я бы хотел. Можно было. Кстати, кто видит, вон вертолет. Только что прилетел. Сейчас может полететь. О, пошел на... Ай-яй-яй-яй-яй! Да еще я летом покажу, как здесь будет пустыня. Хотите, покажу вам это? Вот покажу, потому что это все высохнет летом. Ладно, идемте потихоньку обратно. Ладно, ребят, это видео подходит к концу.